Соглашение, заключенного между Управлением образования и Обществом с ограниченной ответственностью «Квант», зарайские школьники получили уникальную возможность познакомиться с замечательным предприятием, которое на протяжении вот уже 30 лет занимается телевидением и выступает в качестве провайдера, обеспечивая подачу интернета жителям городского округа. Сегодня, когда в каждом доме интернета телевидения, мало кто может себе представить, что за простым нажатием кнопки на телевизионном пульте и появлением картинок на экране стоит целый мир, приоткрыть тайну которого помогли сотрудники предприятия и его директор. Владимир Красев рассказал, что общество с ограниченной ответственностью «Квант» – это российский интернет-провайдер, предоставляющий безлимитный интернет, аналоговое и цифровое кабельное телевидение более чем в 40 населенных пунктах городского округа Зарайск. В простом общении с ребятами, которые в своем юном возрасте начинают задумываться о выборе профессии, сотрудникам «Кванта» удалось рассказать о предприятии и о его возможностях. Главный инженер Сергей Хромов рассказал о топологии сети связи предприятия и о технологии получения интернета, без которого сегодня трудно представить нашу повседневную жизнь. Не менее интересным стало общение с инженером по сетям Александром Чесалкиным, который рассказал о технологии сварки оптических волокон, об их трассировке в оптических муфтах и показал ребятам, как происходит сварка с помощью электронных сварочных аппаратов и электронного микроскопа при 300-кратном увеличении. Инженер дал гимназистам возможность самим произвести сварку, после чего продемонстрировал передачу сигналов по оптическому волокну. Беляев Герман, чья профессия видеооператора произвела на ребят особые впечатления, продемонстрировал работу оператора телевизионной студии и процесс видеосъемки во время проведения прямого эфира. Виктор Самойлов, ведущий инженер предприятия, показал операторскую линейного монтажа, рассказал о специфике работы режиссера-постановщика телевизионных программ при проведении прямых эфиров. Познакомиться еще с одной профессией помог Константин Куянов, показав специфику монтажа телевизионных сюжетов. Для учащихся организовали мастер-класс по работе телеведущих. Это была самая интересная часть программы. Им выпала возможность прочесть текст с помощью суфлера, что, по словам школьников, оказалось весьма волнительным, но очень интересным делом. Посещение студии «Квант» никого не оставило равнодушным, ведь учащимся удалось попасть в закулисье удивительного мира телевидения.